На улице Калинина автолюбитель, ехавший домой из поликлиники, сбил на пешеходном переходе пенсионерку. Женщина с серьезными для ее возраста травмами попала в больницу. 62-летний водитель Mazda MPV выезжал на улицу Калинина из Госпитального переулка. На перекрестке ему нужно было повернуть направо. Шофер с 40-летним стажем говорил, что медленно приступил к маневру и глядел по сторонам. Естественно, большую часть времени он смотрел налево, на приближающиеся машины, которым нужно было уступить путь. Женщину на зебре он не заметил, видимо, из-за боковой стойки лобового стекла. Хабаровчанка шла прямо на сворачивающую машину от дальней обочины, пересекая путь иномарки слева направо по ходу ее движения. А почему не заметили? Обзор куда закрыли? Нет, обзор никто не закрывал. Налево, направо, налево смотрел, стал выезжать, не было никого тут. Остановился, потом раз на газ, а она уже тут. Автомобиль толкнул пенсионерку углом переднего бампера. Та не удержала равновесие и упала на асфальт навзничь, ударившись затылком. Кроме того, пешеход жаловалась на боль в ноге. Водитель иномарки сразу позвонил в скорую помощь и до приезда врачей заботился о пострадавшей. Он промыл ей рану и положил под голову куртку. Вставать пенсионерке шофер запретил. Автомобилист понимал, что наезд произошел исключительно по его вине. Хабаровчанку 1944 года рождения медики доставили во вторую краевую больницу. Предварительный диагноз – черепно-мозговая травма и перелом ноги. Автомобилист был совершенно трезв. С места происшествия Константин Ковешников, Анастасия Манина и Андрей Алферов.